манифест смотрели фильм. И это был какой-то манифест, который стоял выше, чем искусство, выше, чем кинокартина, выше, чем, понимаете, какой-нибудь поэма или стихотворение, или спектакль. Это было и фильм, и манифест, и, пожалуй, указан путь, куда идти. Скажите, эта дорога приведет к храму? Это интонация абсолютной искренности и лично им пережитого времени, и лично его драмы, и лично его трагедии. Вот эта интонация, она, конечно, завораживала и очень привлекала. Это действительно была сигнальная ракета. Что такое ракета? Маленький огонечек цветной, который пускают, когда все готово. А что готово-то? Значит, уже люди созрели для того, чтобы уносить ноги из этой ситуации, но куда еще не поняли. Уже надвигалась перестройка, что-то должно было начаться. Ну, конечно, сидят люди с ракетницами, и кто-то из них пустит эту ракету. Ну, посчастливилось или понесчастилось Абуладзе эту ракету выпустить. Потому что ему это тоже стоило. Ему это тоже стоило жизни. Желание снять фильм «Покаяние» появилось у Абуладзе после автокатастрофы, когда режиссер был на грани между жизнью и смертью. Он продолжает разговор о вечных ценностях, начатый еще в фильмах «Мольба» и «Древо желания», но уже на совершенно ином материале. Они сами начали появляться, жены или дети расстрелянных врагов народа. И это была одна изумительная полоса, наверное, нашей работы, потому что вот столько судеб, столько веселья, столько задора, столько трагедий, все это вместе было замешано, перемешано. Одна история поразила Абуладзе. В 1937 году в Западной Грузии чекист сослал бухгалтера и его детей в ГУЛАГ, а жену репрессированного сделал своей любовницей. Спустя много лет сын отомстил за мать. Он выкопал из земли тело обидчика и бросил его у порога его же дома. Бытовую историю Абуладзе поднимает до символа. Он решается вывести на экран дьявола. Фамилия диктатора Аравидзе. Такой фамилии нет в Грузии. Аравидзе от слова «аравин», что означает «никто». Варлаам – «никто». А противостоять ему будет художник, который умрет, но не продаст свою душу дьяволу. Когда сценарий был готов, его отнесли Эдуарду Шеварднадзе. Шеварднадзе спасал многих художников, и спектакли, которые не выпускали, разрешал, наоборот, аплодировал, поздравлял театром. Так что у Шеварднадзе мы видели человека, который защищал именно интересы свободы художественного творения. Я уже был секретарем ЦК партии. Тенгиз позвонил мне. Я говорю, хочу показать сценарий.
Вряд ли ты можешь помочь. Но я все же хочу, чтобы ты познакомился. Начинаю читать. Жена видит, что я не в форме. Иногда слезы появляются, иногда что-то такое. Между прочим, у моей жены отец был военным. И в 37 году его арестовали. Я ей предлагаю, если хочешь, почитай. Читает, читает, и через 30 минут начинает плакать. Ты говоришь, что хочешь? Помочь Тенгизу? Ничего, говорит, у тебя не получится. Мысль, как могло произойти массовое уничтожение людей в маленькой Грузии, где все родственники, где все знают друг друга, не давала покоя. На ум приходили строки Микеланджело. Нет, в этот век преступный и постыдный не жить, не чувствовать удел завидный. Еще слова учителя Сергея Эйзенштейна. В нашей советской действительности правда всегда торжествует, но жизни часто не хватает. Прошло 2 недели, 3 недели, месяц. Мы подумали, что ему это не нравится, или, может быть, даже нравится, но не видит пути практического решения вопроса и просто стесняется сказать «нет». Мы встретились. Я ему сказал, что ты будешь преступником, если ты не снимешь этот фильм. Но в ближайшие 3-4 года этот фильм не увидит света. Возможно, Абуладзе и сам это понимал. Ведь он вступал в схватку с могучей империей, простиравшей свое влияние на половине земного шара. Чтобы не вызвать подозрения центра, производство фильма решили перенести на грузинское телевидение. Оно имело право снимать очерки о знатных людях республики, не согласовывая выбор героев с Москвой. Начали снимать как телефильм, но увидели, что не получается, так сказать. Не тот эффект. Будучи в Москве, я зашел к заведующему отделу культуры Шауру. Я ему рассказал, что это будет уникальный фильм. Мы снимаем как телефильм. Это не то будет, не получится. Я прошу вас позвонить председателю кинокомитета. Только скажите, чтобы они не запросили этот сценарий. Шауру позвонил. И когда вернутся, Тенгиз не поверили. Они говорят, такие жестокие. Как они согласились? Я говорю, согласились, потому что СК позвонили. И все основные работы были сделан в киностудии. До фильма я ушел из театра, потому что приходил в Министерство культуры, ага, вот такую сцену сняли, да? Эти сцены вынимали. А я же актером был молодым, думаю, что за профессия? Здесь тоже невозможно донести до народа в зрительном зале правду, что ли? Что я делаю в этой профессии? И тот миг вызывает Абуладзе. Возьми сценарий и скажи, какой роль тебе в этом сценарии понравится, того будешь играть. Он же понял, какой роль мне там понравится. По моему духу, внутреннему, кипению. Абуладзе подбирает команду актеров-единомышленников. Роль диктатора Варлаама и его сына Авеля будет играть Авто Махарадзе. Повадки Сталина, усы Гитлера, штаны Муссолини, пенсне Берии. Вот обобщенный образ диктатора. Мститель будет женщина. И все-таки я его выкопаю. Группа в недоумении. Женщина призвана дарить жизнь, растить детей, а не выкапывать из земли усопших. Но Абуладзе был непреклонен. Актриса Зайко Буцвадзе появилась на площадке красивая, веселая,
уверенная в себе. Но шли съемки сцены распятия художника, и на нее не обращали внимания. Зайко загуляла, всю ночь кутила, а на утро Абуладзе сделал предложение, от которого актрису обуял страх. Тенгиз успокоил, все получится. Единственное затруднение – соавтор сценария против того, чтобы мстителем стала женщина. Я точно знала, что она пришла охмурять как бы меня, вот, чтобы как-то роль свою утвердить. Но это было так гениально все и так интересно. И она мне так проиграла какие-то куски, что я со страхом подумала, она выкопает, она точно выкопает. И помню, уже вот рассвет был, мы вышли на балкон, сияла звезда, и мы сказали, что фильм выйдет, и он будет гениальным. Отснятый материал в браке. Тенгиз требует заменить камеру. Камеру меняет на такую же старую, но, как уверяют, более надежную. Съемки возобновляются. И снова брак. У Абуладзе закрадываются подозрения. А что, если это дело рук КГБ? Он летит в Тбилиси, лично следит за обработкой пленки. На этот раз все благополучно. В ноябре 1983 года на подлете к Батуми группа молодых людей захватила самолет и попыталась направить воздушное судно в Турцию. Однако экипаж вернул лайнер в Тбилиси. Среди угонщиков оказался молодой актер Гого Кабахидзе, исполнитель роли Торнике, внука диктатора. И этот страх добавился, потому что и так было страх, что закроют этот фильм, а вдруг кто-то похищает самолет из этого фильма. Представляете себе, какое это было для нас всех. К сожалению, их всех расстреливали тогда. Не всех, может быть, но в основном этих молодых людей расстреливали. При обыске на квартире актера КГБ обнаружило сценарий. В докладной записке на имя первого секретаря ЦК Компартии Грузии Эдуарда Шеварнадзе сказано: «Абуладзе снимает антисоветский фильм. Сценарий необходимо сжечь, негатив уничтожить». Шеварнадзе без всякой резолюции это письмо направил секретарю ЦК, секретарь ЦК заводделу ЦК, тот своему инструктору, и, в общем, не сработало. Мольба, древо желания, покаяние. Свои главные картины Тенгиз Абуладзе создавал на протяжении 20 лет. В них единая тема – борьба личности против насилия. И еще. Цена, которую приходится платить за прозрение. Нелегкий путь к покаянию. Внешне Абуладзе спокоен, однако на всякий случай начинает выносить из дома диссидентскую литературу и прятать ее у родственников. Ведь дело Варлаама Аравидзе живет, и страна далека от покаяния. В январе 1984 года Абуладзе исполнилось 60 лет. И он устроил хлеб-соль маленький в доме. Я тоже был там. И Тенгиз говорит мне, как, Игорь, я получил письмо Эдуарда Шеварднадзе. И там было так, такое, Тенгиз, я уверен, что сделаешь ты такую картину, что это будет для нас, для нас. Весной 1984 года работу над картиной удается возобновить. Вся команда работает быстро, сплоченно. Ведь стилистика фильма, его форма, а это чрезвычайно важно для мастера, давно найдены. Время Варлаама абсурдно, и на экране передать его можно только с помощью абсурда.
Мы должны быть бдительны и уметь распознавать врага. Вот сегодня наша первейшая задача. Это нелегкое дело, господа, усложняет и то, что из каждых трех человек четверо враги. Есть режиссеры, когда делают картину, я знаю. Сейчас я делаю гениальную картину, говорит он, раскидает это. Тенгиз ничего не говорил. Во время съемки он стоял так, как совершенно ничего общего не имеет. Вот так стоял, держал свое самое и смотрел на съемку со стороны как бы. На площадке он работал очень тихо. Его не было слышно. Он шепотом говорил. Или на ухо актеру объяснял что-то. Он давал актерам возможность не то что играть, а чтобы они могли свою душу вложить в произведение. В декабре 1984 года фильм готов. Его показывают Шварнадзе. По окончании просмотра в зале звенящая тишина. Шварнадзе подходит к режиссеру. Я потрясен. Это очень нужный фильм. Лишь два замечания. Я привез всех амилахвари, проживающих в городе, так говорил подручный Варлаам. Но старинный аристократический род амилахвари, и это знает вся Грузия, был полностью истреблен в 30-е годы. Поэтому Абуладзе просит заменить фамилию на вымышленную. А вторым замечанием было то, что вот когда Велико спрашивает, эта дорога ведет к храму, главная героиня у нас отвечала «нет». И они попросили, скажите «нет, это улица Варлама». То есть все стало еще жестче. Значит, Варлам еще существует, и еще время Варлама не прошло. Система дряхлела. Пока шла работа над фильмом, один за другим умерли три генеральных секретаря. Брежнев, Андропов, Черненко. В народе ходили анекдоты про новую русскую забаву – катание на лафетах. Все ждут перемен. И первой ласточкой может стать покаяние. На середину мая 1985 года намечен премьерный показ фильма по грузинскому телевидению. Однако накануне премьеры, на всякий случай, Абуладзе решает сделать авторскую видеокопию. Буквально через два дня я, как потом было записано в моей партийной учетной карточке, стал злоупотреблять своим служебным положением. И в Институте управления народным хозяйством стало возможным сделать видеокопию фильма. Эта копия через пару месяцев вдруг настолько быстро стала распространяться, что мне приходилось практически в день по несколько раз отвечать звонкам знакомых, друзей. Бушевал Госкомитет Грузии. Надо сжечь негатив, судить Абуладзе. Тем более после того, как распространили в городе кассеты. Но это тоже, видимо, был построен через КГБ. Посмотрите, какой антисоветчиной занимается там грузинская интеллигенция, и в частности Тенгиз Евгеньевич Абуладзе. В Москву на имя нового генерального секретаря партии Михаила Горбачева уходит сообщение. В Грузии при содействии Эдуарда Шеварнадзе снят клеветнический антисоветский фильм. Режиссер Абуладзе лично распространяет в городе видеокопии. Есть опасность вывоза кассет за границу. Самым активным образом себя вел второй секретарь ЦК Компартии Грузии господин Никольский. Тот самый Никольский, который впоследствии несколько лет был вице-мэром Москвы. Он нам пригрозил, если этот фильм пойдет и дальше, вы получите годы
и немалые. Еще в 1946 году Тенгиз Абуладзе и Резо Чхеидзе написали письмо в Москву самому Эйзенштейну. «Дорогой Сергей Михайлович, ваши полотна произвели на нас самые глубокие и неисчерпаемые впечатления. Мы жаждем работать у вас. Где, на каком посту и какую работу вы нам предложите, все равно. Да пускай она будет черной, только бы быть рядом с вами и слушать вас, дорогой Сергей Михайлович». Эйзенштейн ответил: «Дорогие Ревас Давидович и Тенгиз Евгеньевич, я сейчас 4-й месяц в больнице, инфаркт, и не знаю, когда буду работать. Хлеб кинематографиста – тяжелый хлеб, поэтому крепко раскиньте мозгами, прежде чем броситься на это дело». И хотя сталинские времена, казалось, миновали, положение диссидентов в стране было незавидным. Суды, ссылки, психиатрические больницы. И, как следствие, бегство за рубеж. В заложниках вся семья режиссера. Ведь в роли Нино Брателли снималась его дочь Китаван. Жена Мзия – плакальщица в сцене с бревнами. Невестка Нана – соавтор сценария, второй режиссер и автор музыкального решения картины. Даже внук Турнике сыграл крошечную роль в эпизоде с бревнами. Он мог лишь нет, князь, о любви, о чем-то хочешь. Пожалуйста, кто не дал бы право снимать? Нет. Его это всегда мучило. Кто определил наказание судом за грехи, тот обещал и помилование через покаяние. «Покайся, и я спасу тебя», сказано в Священном Писании. В картине Авеля Равидзе нынешний хозяин города кается, но он исповедуется дьяволу. И лишь после самоубийства сына понимает, тело диктатора не должно оставаться в земле. Авель сам выкапывает отца из могилы и бросает его в пропасть. Цена, которую приходится платить за прозрение, нелегкий путь к покаянию. Все чувствовали, что приближается момент какого-то гигантского, понимаете, происшествия на этой земле. В мае 1986 года у руля Союза кинематографистов встает Элиам Климов. Он и его революционная команда ставят перед собой задачу – снять с полок сотни арестованных цензурой картин. Буквально на следующий день после съезда я уехал в Тбилиси в командировку, стал звонить на студию «Грузия-фильм», и было решено устроить просмотр. Но просмотры такие были запрещены. Интересный момент. В то время как мы находились в зале, почти пустом, в будке киномеханика набилось человек 20. Потому что работники студии «Грузия-фильм», мечтавшие посмотреть эту картину, они не решили зайти в зал, но через окошко они смотрели этот фильм. Впечатление было очень сильным. И я сразу сказал, конечно, это тот фильм, за который мы бы хотели бороться, и мы будем делать все, что от нас зависит, чтобы его вытащить к жизни. Ну как картину? Картину уже не возьмешь рукой в Москву. Тогда я взял и на железных коробках, чем я у факции, куда картина кладется, наклеил название своего фильма «Осень земля». Это никаких сомнений не вызвал, причем я в багаже не сдавал,
чтобы не создавать особенный интерес, и взял так и показали Климову. После просмотра Климов заявляет: «Ребята, здесь дело политическое. Фильмом займусь сам». Он едет к члену Политбюро Александру Яковлеву. «Александр Николаевич, если фильм выйдет на экраны, взлетит ракета, которая ознаменует, что в стране происходит полный антисталинский политический переворот. Элем, поймите, эта ракета сигнальная. У нас меняется строй с выходом этой картины. Александр Николаевич, пора. Я-то знаю, что пора. Но как?» Начинаются бесконечные переговоры, просмотры на партийных дачах. Климов едет на встречу с женами членов и кандидатов в члены Политбюро. Проводит ее Раиса Максимовна Горбачева. Елена говорила, что они как меня чуть не растерзали, жены. Они были страшно возмущены. И, в общем, там такая была ситуация, что Раиса заступилась за меня. «Яковлев работает», — вспоминал Климов. «Тому показал, этому. И Шеварнадзе работает. Ведь решается судьба фильма, — говорили мы. Но на самом деле решалась судьба мира». Позвонили мне Горбачу. «Слушай, что за фильм при тебе там снимали?» Я говорю, я не решался попросить вас поддержки, помощи, потому что считал, что еще рановато. Но раз вы узнали о существовании такого фильма, сейчас вы просто не имеете права не посмотреть. После просмотра картины Горбачев просит Шеварнадзе переговорить с всесильным Егором Лигачевым. Я говорю, какое мое дело в кинофильме? Я министр иностранных дел. Но поскольку я был причастен к этому фильму, я вас прошу, посмотрите обязательно. На второй день звонок. Это уникальный действительно фильм. А почему так лежит на полках? Что получилось? Жени Лигачева. В 1937-м арестовали отца и расстреляли. И семья, как и семья моей супруги, также пострадала. Они смотрят этот фильм, и она плачет. В ноябре 1986 года сигнальная ракета пущена. Фильм «Покаяние» выходит на экраны страны. Надо было какой-то взрыв, понимаете, и все ждали этого взрыва. Нет, в это время раздался взрыв именно фильмом «Покаяние», который действительно потряс наше общество. И, пожалуй, этот фундамент, на котором этот строй стоял, как раз, чтобы, понимаете, вот это фундамент отнять, по-моему, большую роль сыграла картина. Он почувствовал, наверное, внутренне, что вот сейчас надо это сделать. И сказать. Наконец-то. Да? И сказал. Мне кажется, хорошо сказал. Хоть и 86-й год, и от 46-го года, и от 56-го года. Довольно далеко ушло это все. Я был уверен, что, ну и что там, культ личности же был, этого уже ничего нет, а пошел смотреть, как о прошлом. И вдруг я обнаружил, что во мне сидит такой ужас от того состояния, которое я давно забыл, и каким-то чудом Абуладзе восстановил во мне это состояние. И вот тут я понял, что оно никуда из меня не ушло, что я с ним не справляюсь, что я сейчас сломаюсь от того, что это во мне по-прежнему сидит. Сразу же после демонстрации фильма кто-то из зрителей довольно внятно произнес: «Сказочку нам показывают сюрреалисты, утешительную сказочку, правду надо говорить». А я-то стал думать, а можно ли в таком масштабе, когда все так вот тесно, когда все друг друга знают и должны друг друга понимать и жалеть, устроить вот этот гулаг, вот этот ужас? Оказывается, можно. Ну и как это все совместить? А вот тут вот сюрреализм и начинается. Yeah.
Абуладзе, я уверен, он мастер большого международного экрана. Он не классик грузинского кино, он классик всего мира. За год картину смотрит более 13 миллионов человек. Фильм отмечен призами Каннского фестиваля, фестиваля в Чикаго. 6 премий киноакадемии Ника. Его закупают более 100 стран мира. В 1988 году народный артист СССР, кинорежиссер Тенгиз Абуладзе, получает высшую государственную награду – Ленинскую премию. Боже, что за страна? Я выкопал Ленина, а мне дали Ленинскую премию, пишет он в дневнике. Все происходящее напоминало сон. Память о диктаторе Варлааме жива. Его именем названа улица, которая когда-то вела к храму. И месть происходит только в воображении Кэти Баротелли. В реальности дочь казненного художника печет торты в виде храма. Их подают на сладкое, на десерт. Скажите, эта дорога приведет к храму? Я спрашиваю, эта дорога к храму приведет? Это улица Варлама. Не эта улица ведет к храму. Тогда зачем она нужна? Чему дорога, если она не приводит к храму? Вся страна повидала друг друга. Слушай, Абуладзе сказал, если дорога не ведет к храму, то куда же она ведет? И все во всех этих речах, там, во всех этих депутаты Верховного Совета, вы слышали? Абуладзе сказал, куда ведет эта дорога? Она ведет к храму или не ведет к храму? В этом была какая-то одновременная искренность и одновременная какая-то ерунда. Кто мы? Откуда? Куда идем? Эти вопросы не дают режиссеру покоя. Последние годы его жизни были отяжелены политическими событиями. Особенно он переживал события в Тбилиси в апреле 89 года. В знак протеста Абуладзе отказывается ехать в Канны на кинофестиваль. После штурма телецентра в Вильнюсе Абуладзе пишет открытое письмо Горбачеву. «Михаил Сергеевич, дорога, которую вы избрали в обнимку с черными полковниками, ведет в ад». Кто мы? Откуда? Куда идем? В 1991 году перестал существовать Советский Союз. Свободная Грузия вступила в полосу тяжелых испытаний. Дали свободу, но кто может быть свободным, если не освобождается от грехов? Кому ты раб, то ты твой господин. Никакая демократия, никакой другой структура не поможет, даже царский режим. Если ты грешишь день и ночь, не каешься, не исправляешься, все. Я тоже ушел из фильма вообще, из кино ушел, чтобы каяться. Мне было стыдно, что других призывать к покаянию, а самому быть просто актером, который вот так грешит и других это самое, призывает к покаянию. Мне было стыдно это. Была гражданская война, и как-то все те ценности, ради которых он делал фильмы, для которых он, в общем-то, боролся, как-то это все вдруг кануло в небытие. И все начиналось сначала. Кто мы? Откуда? Куда идем?
1992 году Тенгиза Абуладзе избирают депутатом грузинского парламента. Я помню точно, где он сидел. В первом ряду, третье, четвертое место. Никогда он слова не брал, никогда не выступал. Но постоянно что-то записывал. Прошло примерно месяц, полтора, два. И вот Тенгиз во время перерыва приходит ко мне и говорит: родилась идея. Я хочу снять «Покаяние 2». Это все продумал. Я воодушевлен. У меня сейчас все получится. По мысли Абуладзе, новый фильм должен стать еще жестче, острее, чем «Покаяние». Но в марте 1994 года режиссера не стало. Вот здесь стояла кровать. И у него рука всегда, все время была вот так. Он видел кадр какой-то, ставил кадр. И что-то говорил, не словами, но таким голосом каким-то, звуками он говорил, звуки издавал точнее. И он до конца жизни был на съемочной площадке. Упокой, Господи, душу раба Твоего. Упокой, Господи, душу раба Твоего. Последние записи в дневнике Тенгиза Абуладзе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, грешного.